Проблема бродячих животных актуальна для большинства городов. Слободской не исключение. По многочисленным просьбам жителей ее пытаются решать. К счастью, в последнее время способы выбирают цивилизованные. Отлов бродячих животных входит в полномочия региона. Оттуда муниципалитета спускаются средства. В 2015 году на отлов бродячих собак нам было выделено 115 тысяч рублей. В 2016 году 796 тысяч рублей. Отловлено 230 собак. В 2017 году нам уже лимиты доведены в размере 341 тысячи рублей. Это примерно будет ловлено 120 собак. Работы по отлову начнутся в марте и продолжатся до ноября. В рамках этого будет проводиться отлов собак, будет их стерилизация, кастрация тех бездомных. Также они будут прививаться. Если собака здорова, она будет чипироваться и обратно выпускаться. И также они отлавливают тех собак, которые просто гуляют. Жильцы отпускают без поводка просто погулять. Они их тоже отлавливают, они их содержатся, когда обращаются житель. Хозяин. Собственно, хозяин этой собаки за пропажей, они идут там, и они как раз все расходы на содержание этой собаки возмещают. В прошлом году это было примерно 6 тысяч рублей. 6 тысяч рублей они возмещают расходы за содержание собак, плюс им штраф за выгул собак без намордника.